Всем привет, шоперы, особенно привет любителям кулинарии и выпечки. Продолжают поступать силиконовые формочки, которые заказал мой друг для выпечки, для своей супруги поступают силиконовые формочки для выпечки с AliExpress. На этот раз вот такие вот маленькие, прикольные для маленьких кексиков силиконовые формы. Ну, продавец продавал в лоте несколько формочек. Вот таким образом они выглядят. Пришли 6 маленьких силиконовых формочек для выпечки печенюшек, кексиков, я бы сказал. Причем кексики тут будут выпекаться с углублениями или с отверстиями. О, формочка одна вывернулась. С углублениями или с отверстиями. Если получится углубление, можно туда какого-нибудь джемчика или сгущеночки капнуть. Ну, если получится отверстие, будут вот такие вот бараночки. Формочки, хочу я вам сказать. Вообще, формочки, хочу я вам сказать, вообще не пахнут. То есть, если в предыдущих двух был какой-то такой слабоватый запах силикончика, в предыдущих двух формочках, показанных на канале, эти не пахнут вообще. Вот таким образом они выглядят при приближении. Формочка одного цвета, формочка другого. Не очень они, не сказать, что они очень толстые. А вот такие вот тоненькие, маленькие формочки для маленьких печенек. Ну и по традиции замерим диаметр, чтобы было нам ясно, какого же размера получатся у нас кексики или печенюхи. Общий диаметр у нас 6 сантиметров. Ну и полезный где-то 5,5. 5-5,5 сантиметров в диаметре. Вот такой маленький кексик. 6 кексиков сразу при помощи таких вот формочек вы можете себе испечь. На этом все. Новые формочки в пути. В пути еще много нового интересного. Постоянно будут подходить разные посылочки вот с такими разными приятными ништяками. Поэтому подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Пока.